Всем привет, с вами The Nice, и это вторая часть по прохождению игры Ancestors. Что мы сегодня будем делать? Сегодня мы будем, как я и говорил, выходить из нашего поселения, получается, искать на свою голову приключения, искать животных каких-нибудь, диких, пытаться от них уворачиваться и, может быть, даже на них нападать, чтобы у нас развилась еще одна нейронная система, мы могли ее изучить, закрепить и перейти в новое поколение. То, что я говорил, что покажу в этой серии. Кто хочет узнать, что было в прошлых серии и не знал, что это, что там происходило, о чем вообще речь, сейчас должна вылезти подсказка справа вверху у вас на экране, или же в описании к видео будет плейлист ко всем сериям прохождения этой игры. Я уже заговорился, давайте уже начнем, а то как-то большое вступление. Так, мышку, надеюсь, видно. Да, поехали. Так, первое, что нам надо, это поесть, потому что мы как-то вообще ноль. Видимо, блин, опять завис. Видимо, в прошлой серии просто не засчитало нам то, что мы, ну, типа, сохранение произошло после сна. А вот то, что мы делали после сна, когда мы там попили, что-то еще вроде сделали, не помню, что. Где почему-то бросить нельзя. А, понял, то, что надо положить. Все, давайте пить. Еще одна палка. Узнал недавно, что если задержать букву S, то есть бросить, то он бросит намного дальше, чем обычно. Так, нам нужно попить, и сейчас надо будет еще поесть. Все, попили. Лагает у меня немножко, что-то первый запуск компьютера еще не нагрелся. Ну, по пути так. Ну, мы поели, получается. Оно не полностью заполнилось. Давайте еще немного вздремнем совсем чуть-чуть, чтобы посмотреть. 3, 2, 1, все, хватит спать. Так, в итоге у нас вода полная, еда полная, сон полный. Ну, надо еще немного поесть, потому что я вижу, что кружок полностью не заполнился. Так, я говорил, что никого с собой брать не буду, но на самом деле я так подумал, что все-таки кого-то с собой взять, кого-то из члена стаи с собой взять надо. Так, трубку заточить эту фигню надо. То, что я взял? А, это грибы. Выбрось. Взять. Изменить. Сейчас задержался немного. Да, вон, видите, у меня кружок немного не полностью выбран, там, типа, после желтого там есть еще немного красного. Вот это мне тоже заполнить, значит, надо. Да, ну, как-то, он как-то долго с этим справляется, типа, можно было как-то и быстрее. Так, все, окей. Все, тебя выбросить. Надо кого-то одного члена стаи взять, и будет норм. Вот все так. Сейчас... Надо как-то закончить поход, сейчас там или к кровати подойти и типа закончить поход, как-то так сделать. Так. Завершить вылазку. Так, все, все по местам.
И вот, я возьму чувака, который тоже с детьми бегает. И дам ему тоже палку. Так. И иди за мной. Так, он идет за мной. Да, идет, отлично. Давайте дадим ему палку, чтобы он тоже оборонялся. Дать. На тебе палку. Все, окей, поехали. Я пока приложу. Все, пошли. Так, все, мы выходим искать себе приключения. Что нам надо сделать? Нам надо что-нибудь найти, кого-нибудь найти. Пару раз уклониться от него мне лагает. Он не прогрузился в мне мир, походу, еще все-таки до конца. Так. Найти кого-то и с ним повеселиться. Так, органы чувств мне нужны. Посмотреть. Давайте допустим так. Это что-то не то, да? Что-то неизвестное. Давайте запомним, сейчас посмотрим сразу. Так, что-то еще. Я так сразу не скажу, что это слух. Тоже ничего не видно. Ладно, значит надо пускай спускаться. Так он сам засыпется, да? Твою мать! Так, тут что-то гранит. Место для рыболовли. Там еще обезьяна наша что делает. А это так. Что еще вокруг есть? Мы не до конца в прошлый раз исследовали, получается, что ли. Надо сейчас вылечиться как-то. Надо похавать красных листьев, которых я сейчас вокруг не вижу. И опять назад подниматься, что ли? Мне не хотелось бы. А ну каку? Где эта штука, которая... Ох, господи, как нас много. А, ну это наш обезьян. Угу. Так, что вокруг еще есть? Что это? Надо сейчас глянуть, что это есть. Так, ладно, обознать. Запомнить. Смотрим, давайте пойдем посмотрим, что это. Заглючиваю, сейчас где-то вот все, пошли. Не плись, пожалуйста. Тут мне камера все время что-то уезжает, как только начинает двигаться. Так, что это такое? А, это мы уже смотрели. Ну тогда давайте поедим. А вот как раз таки защита от костей, да? Ну, от перелома. Да, это оно. Отлично. Все, отлично. Давайте еще защиту улучшим. Так, ладно, вроде бы нормально. Так. Где наш... Наш... Сейчас, не слишком близко. Я бы с ником, блин, опять забыл. Его смотреть. Слух. Вон, ну да, надо нашего найти. Точнее, опознать. Опознать, говорю. Наконец-то. Все, опознаем. С ним надо что-то сделать сейчас. Задача с ним что-то сделать. Ну, побежали к нему. Так, обезьян, привет. Извините. Что такое? Он голодный. Нам нужна еда. Еда. Какая-то камни вроде бы. Повернись чуть-чуть.
Что тут еще у нас есть? Камни, листья какие-то. Мы глянем, что это за листья. Так, что еще у нас есть? Тоже папоротник. Ты от не дошел, алло, дайте что-то. А, у него за. Подожди, у него жажда. Не, у него не жажда, он по-любому есть хочет. Типа, от жажды мы его никак не избавим. Должен сам это понять. Пять гранит, господи. Интеллект, алло. Так, ладно, что это за листок? Давайте. Он недалеко находится, надеюсь. Тут не побежим, может там есть, да? А, это ветки. Понял, теперь как они выглядят. Опять давайте. Так, там наша стая. Ветки, большое дерево. Спрятаться, камень, листья. А, вот, давайте все-таки тогда заберем эти же листья, которые мы только что ели. Дадим ему, может он оценит по вкусу. Тихо, 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 не теряй камеру. А вот он внизу. Так, 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 так. Дать. Что это значит? Это хорошо или плохо? Не, он не, этого не хочет, он этого не хочет. Тогда мы сами съедим. Да что же ему дать? Вишня сейчас надо, наверное, дать. Блин, долго мы с ним возимся, конечно. А, вот вишня. Или что это? Ну, не вишня, это какая-то ягода, я не помню, как она называется. Так. А, это листья, погоди. Эти листья, кстати, мы сами сейчас поедим тоже. Сначала дадим ему. Так. Дать. Да, это то, что надо. Все, он с нами. Так, давайте ему дадим палку. Что тогда? Сделаем новую палку, я свою не отдам. Где тут была только что? Ну, самая заостренная, а заострять новую себе же, типа, не. Походим пока что втроем. Сейчас так поменять, бросить. Изменить, очистить, так, отлично, схватить, поменять, где он, дать, поменять, так, теперь повторяйте за мной, сменить руку, поменять. Ничего не за меня не повторяют. Блин, не умеют что ли? Ну, тогда сам поем что ли? Блин, я хотел, чтобы они типа поменяли руки, чтобы они могли поесть тоже листву этой. А, сопротивление к физическому урону она тоже повышает. Ну, то есть теперь у нас защита от холода и защита от... Вот. Так, чувака, давайте. А он голодный, что ли? Палку он выбросил? А, меня целевый там, конечно. Не понял. А ты есть будешь? И он есть не будет. Так, ну ладно, если не будет, то поехали охотиться, типа. А, я сейчас это съем тоже, тогда доем уже. Типа, сорян, народ, вы не хотите есть, тогда я поем. Почему-то у меня энергия полностью не восполняется, не знаю почему. Так, ладно. Давайте заберемся повыше, найдем, может, кого-то. Желательно найти какую-нибудь змею, наверное. Кстати говоря, вот и она, я правильно понимаю? Так, осмотреть. Слух. Или это камень? Камень, походу, да? Так, что это такое?
Концентрация. Опознать. Это неизвестно. Запомнить. Так, что-то еще у нас есть вокруг? Ничего. Ладно, пошли. Слышу змею, слышу змею. Змею слышу. Вон змея. Стоять. Бля, как на нее напасть? Я думал, она уже по дереву ползет. Я такой, чё? Так, сейчас, как ее? Нюх. Блин, мне страшно. Концентрация. Опознать. Это что за бред? А как ее... сделать открытие? Вот змея, наконец-то. Какая-то она поломанная. Она типа на меня смотрит, да? Ну, короче, ты... битва неизбежна, придется сейчас с ней драться. Ну, в принципе, мы тут ради этого как раз-таки. Так что, змеюка, давай ко мне. Где она? Я не вижу. А, привет, идет. Так, зажмите пробел, чтобы подготовить контр... Наконец-то... Подожди, смотрите, зажмите А, наклонить, нажмите А в сторону, что? Ну, давайте от яда сейчас избавимся. К этому надо готовиться, к этому надо учиться. Так, да, от яда вода спасает, отлично. Просто похаваем, попьем воды, попробуем еще раз, будем стараться. Просто не успел прочитать обучение, пытаемся сейчас еще раз сделать. То есть, что там было? Нажмите пробел, зажмите его. Блин, это ты максимальную дозу яда получил, охренеть. Так, зажмите А, отпустите, нажмите вроде бы в какую-то другую сторону и отпустите, что ли, как-то так, я не понял. Ладно, сейчас попробуем еще раз. Так, где змеюка? Нет, это наше. Нюх. Слух. Так, вон змея. А, нет, это наше. Наверху. Опознать. Да, это змея. Стоп, это что? Это кабан! А змея вон. Так, пробуем еще раз. Ничего не понял вообще. Я еще и палку потерял, да? Что-то я... Задержите пробел. Звуков я никаких не слышал. Блин, ничего не понял. Держите пробел, потому что это должно произойти. Что за бред? Я не успел просто дочитать. Ладно, сейчас попробуем что-то найти в подсказках. Мне проблематично, что мы так долго возимся с этой змеей. Сколько уже времени прошло? Блин, 20 минут целых прошло, это много. Так, ладно. Помощь. Поэтому что где-то найдем. Так, управление атаки. Передвижение интеллекту. Блин, живучесть, стая. Эмоция страха, улица, поселение. Давайте и так их найдем. Так, уход это так. Вот, зажмите пробел, чтобы приготовиться. Так, наклоните А, чтобы выбрать направление.
Что? Типа... Что? Отпустите пробел в нужный момент. То есть там есть момент все-таки. Займите пробел, чтобы подготовиться к контратаке. Наклоните А в направлении врага. Секунду, а как им... Типа, это рассчитано для геймпада. Но у меня же нету, типа, ну, я понимаю, наклоните А, потому что это, типа, главный джойстик, типа, а у меня это, ну, я надеюсь, что это у меня на клавиатуре WASD. Бля, отпустите А, чтобы привыкнуть. Ну, давайте попробуем наклониться сейчас еще пару раз. Я понял, что надо делать. Так, давайте лучше кабана. Кабан потроще будет, типа, от него только перелом костей, может быть. Все, попробуем уклониться, потом будем отбиваться. Надо забраться повыше, чтобы увидеть, потому что сейчас ночью, ничего не вижу. Так камни, господи. Так, главное сейчас пантеру какую-то не встретить, потому что это вообще выйдет нереально тогда. Так, сделать открытие. Так. Огромный кабан. Найдено новое дикое животное. Так. Кабан может там повредить кости. Типа, на защита от повреждения всего этого у нас есть. Он сейчас спать лег вовремя. Я только собирался на него нападать. Змеюка отсюда, по идее, далеко, да? Сейчас все разведаю. Так, привет, еще раз кабанчик. Что, змея? Так, я понял, мне нужно утро, потому что я ничего не вижу. Сейчас, мне для этого мне надо забраться на дерево и там где-то уснуть. Вот здесь, допустим. Где эта ветка? Так, все, могу я лечь спать? Лечь спать. До утра подождем, потому что я ночью вообще ничего не вижу. У меня самого сейчас утро. У меня на экран светит солнце, и я ничего не вижу. Отлично, вижу все. Так, все. Вода, еда, у вас все нормально. Так, где свинюка? Сегодня мышка у меня более такая мощная. Так, погнали к этой штуке. Попробуем как-то отстреляться от нее. Дикое животное кабан. А где сам кабан? Я сейчас только что повредился. Где это, ягода или что это? Это ягоды просто. Нет, или это листья, значит. Да, это листья, нормально. Сейчас их поедим, сейчас закрепим свое. А, нет. Это не листья, это ягоды. Что значит наклоните в сторону врага? Взять предмет. Где он рычит? Где ты есть? Вот ты есть. Пробуем. Услышал! Я услышал!
Только что звук был. Все, я понял. Ой, я горжусь своим. Денис молодец, Денис хороший. Я вот только не понимаю, почему там что там обезьяна делает. Так. Вы используете палку как инструмент. Инструмент для атаки два раза. Я ж только один раз этим воспользовался. Ладно. Так, свинья, не нападай на меня, не нападай. Где обернулся? Блять, не успел. Я не подготовился. Я не понимаю пока что, что надо сделать. Типа нажать, ну, типа мышку подвести влево, или же нажать типа букву А, и ты отводишься. Типа, так, дай мне палку, гнида. Гнида, дай мне палку и следуй за мной. Взять предмет. Иди за мной. Так, все, окей. Мне теперь нужно найти листья, чтобы найти листья, которые нет потери здоровья от этого, восстановить, короче, кости. Ой. В смысле, змея? Ты шутишь? Надеюсь, что ты шутишь. Что я немного не готов драться. Так, листья. Так. Место для рыболовли. Интересно, змеи плавают? Так, я понял. Что это такое? Что такое? Кабан? Кто? Что? А, змея прямо возле озера. Да, или... Что? Что происходит? Что ты до меня доебалась? Иди отсюда. Я к тебе потом подойду, отстань. Я уже понял, как с собой драться. Я понял, как нападать. Как защищаться, я еще не понял. Так, мне сейчас нужно... Сейчас. Вот, типа, мне нужно сейчас еще раз это сделать. Потому что у меня сейчас падает, типа, эта фигня. Так, узкоголовая мама. В смысле, еще одна змея здесь это? Вы напугали узкоголовую маму. Я ничего не делал, я просто... Ты... Я палку вообще... Не палку, а этот. Вы используете застрянную палку как инструмент минимум два раза. Что? Я ничего не делал. Вы прикалываетесь надо мной? Я просто стоял. Типа, блин. Ладно. Я вижу вот это то дерево, которое мне надо. Поменять. Хавать. Все, хаваем. Сейчас попробуем кабана завалить. Есть это деревья много, так что я могу не стесняться хавать дальше. Мне нужна защита от урона физического. Вообще, свинью я сейчас... Короче, ладно, кабана я пойду уже убивать. Потому что если я в него в одну палку воткну, надо воткнуть и вторую, правильно? Я надеюсь, тут на змею сейчас не наступлю. Иди отсюда! Не хочу с тобой драться, давай потом. Отцепись! Не хочу с тобой драться! Фух, где убежал. Так, где это говно? А где змея? Куда? Шо? Шо? Ты охуела? А где змея, кто мне скажет? Хочу убедиться, что змея далеко. Вот далеко, ладно. Бля, я не то сделал. Я нажал левую кнопку мыши, я должен был другой нажать. Стоп, что? Ас, я натравил кабана на змею. Прикольно. Поехали. Кто выиграет? Кабан выиграет. Сейчас кабан убьет змею, я исследую змею. Отлично. И... Так, последняя попытка у меня. Где кабан? Мне нужен кабан. Давай, кабанина, помните. Тебе одна палка. Осталось еще одну палку заткнуть. Ты охуел?
Я тебя зараз зарежу. Иди сюда. Куда ты убегаешь? Только не беги к пантере, я тебя умоляю. Ты можешь остановиться, дядь? Ты что, ты опять ничего не понял? Так ты уже возле болота, там крокодилы, наверное, есть. Так, блин, мне опять нужно это долбанное дерево. Опять змея, вы серьезно? Вы сейчас... Хочешь, что ты меня уже задолбал? Так, вижу своих двух. Где-то я змею еще слышала. Где змея? Вот это змея? Концентрация. А ты меня бесишь. И оно приближается, погоди. Что это? Да, это змея какая-то. С кабаном надо как-то сейчас справиться. Типа, у меня повреждение костей снова. Есть тут что-нибудь? Ты не можешь начать исследовать, а? А, левая кнопка мыши, да, нету туда. Так, это не то, что мне надо. Это вроде бы тоже, но я не убью. А, да, это ягода. Не, мне это не надо. Так, что еще? Чего? Что это? А, это грибы. Смотрю, не могу понять, что это. Вот это мне, в принципе, думаю, подойдет. Так, по деревьям пошли. Что внизу меня кабан ждет. Я могу сейчас не проиграть против него. Сцепись! Хорош. Он за мной идет? Где он? Надеюсь, он ушел. У меня там просто еще один пацан на ногах тоже как бы немного полумертв. Так, тихо. Перепрыгни. Хорош. Все, хавай. Тай! Опять призы. Тихо, извиняюсь за такое. Все, хавай, лечись. Камеру пока пытаюсь настроить на спину. Все нормально. Кабана надо добивать, потому что его, где он потом эту палку просто как-то выбросит, типа мне не до него уже будет. Защиту сейчас на максимум тогда повышу, но не буду рисковать. Это по два раза еще. Только как промахнусь снова, придется снова палку искать, не дай бог. Не, ну палку типа все равно не, она не поломается, пока мы ее не, снова на него не встрянем, не вставим. И, ну это ход так ход капец долгая. Так, есть еще ветки есть. Привет, обезьянка, как тебе сидится на моей груди? Я не мама, но все-таки. Ладно, сойдет, я думаю, столько хватит. Так, это наш бабуин, да, пошел? Блин, это что ты? Так, анаконда уже там. Слух. Так, один там, один... А это уже по воде умеет плавать. Так, ладно, давайте на дерево залезем, потому что не понимаю, где наш кабан. Так, нюх. Слух.
Да иди отсюда, ты меня заколебал. Ха, да ха. Сам ты ха. Ладно, где труп был змеюки? Я уже немного растерялся, где мы находимся. Труп змеи был с той стороны. Надо повыше и дальше. Угу. Еще. Зачем я спрыгнул? Там просто был неизвестный плод. Надо было его изучить, а я про него забыл вообще. Цепляйся, хорош. Так, где ты тут змеюка была? Мертвая. А, вон, труп. И ты уже кабан, да, уже? Правильно понял? Ну, конечно. Сторожит уже. Здорово, мужик. Я к тебе сейчас подойду. Фух, сразу отпустить надо или нет? Ты меня заебал. Где палка? Да я уже палку посеял. Она типа скатилась сюда? Что это? Заостренная палка. Запомнить. Змеи вернемся потом, типа она никуда не денется. Ты серьезно? Ты опять до меня доебаться захотел? Лучше забраться, потому что я боюсь. Ты молодец. Уйди. Так, органы чувств, интеллект, позвать, созвать стаю. А, созвать стаю. Здесь все остальные сейчас ко мне не припрутся. Типа я хотел его напугать, но, блин, у меня сейчас не получится. Блин, мне нужна новая палка, офигеть. Ай, какой он сложный, этот кабан. Что это такое? Стрёмная палка. Серьезно, что она тут делает? Вау. Почему это неплохо застрёмная такая палка? Где она? Все, он далеко. Где змеюка? Вот змея. Так, поменять. Он уже почти умер. Посмотреть. Спустя 100 лет, блин, подошли к этой змее наконец-то. Ой, фух. Так, найдено новое место сбора мертвого скоголовой мамбы. Схватить, и надо похаваться. Ну, смотри, давайте похаваем. Посмотреть. Надо смотреть, а только потом похавать. Так, змея какая-то жирная. Мясо яйца крадущего. Съесть. По идее, должно быть отравление. Давайте съедим, пополним все. Все. Потом попьем воды, если у нас будет отравление, оно у нас будет. Ну вот оно. И сварение.
все. Где там вода была? Да. Ложить палку. Да ёп. Ты можешь сбросить палку эти? А, это же на другой руке, я к этому никак не привыкну. Сука. Сейчас начну орать. Бросить, наконец-то. Хорошо. Все, я заебался. Я уже 3 дня игровых с ним дерусь, а никак убить не могу. Я понял, что надо нажимать типа кнопку на клавиатуре. Это я понял. Он уже просто всех моих раскидал, блин. Я заколебался с ним просто драться. Уже тут кусты заново повырастали, блин. Типа нажимаешь просто кнопку на клавиатуре, и он типа начинает уклоняться, но он уклоняется очень много. Он такой, ну, как Нео из Матрицы, просто начинает двигаться, потихоньку двигаться, но очень медленно он двигается. Типа, я не знаю, я уже раз 200 пытался от него вернуться, но он очень долго подготавливался. Я теперь надеюсь просто на эволюцию, что... Сейчас, какая минута? 25-я, блин. Я надеюсь на эволюцию, что у нас просто благодаря эволюции получится... типа ускорить этот процесс, чтобы он готовился быстрее к уклонениям, ко всему этому, потому что у меня не получается почему-то такого. Я сейчас просто возвращаюсь домой, типа, ну, в жопу. Буду проходить эволюцию, ну, и не эволюцию, а этот, поколение, новое поколение сделаю. Типа, у моих всех кости, блядь, все болит, типа, все поломано. Реальный капец просто. Поднимайся, давай быстрее назад. Они хотят спать, они хотят есть, они хотят пить. Заканчиваю с ним. А, красная тоже энергия. Ну, давайте поспим, хотя бы. Капец, конечно, я его вообще убить не могу. У нас еще впереди точно носорог, как я с ним драться буду. Ох, капец, просто капец. Вода осталась. Возвращаемся в стаю. Это просто кошмар какой-то. Просто ночной кошмар. Зацепись за хуй! Обожаю эту игру. Капец. Просто капец.
Давай, 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 чуть-чуть, терпила, терпила, чуть-чуть. Хорош, еще чуть-чуть. Хорош, хорош. Все, 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 окей. Все, ладно, отдохни чуть-чуть. Кружочек стал меньше, потому что мы типа постарели, что? Ой, пизду. Все, я дома. Иди на просто. Я заколебался, эволюция. О боже. Ну да, как я и говорил, нам надо было просто напасть, чтобы открыть типа четвертый нейрон. Мы очень много сейчас можем исследовать, меня это удивляет немножко. Так, ладно, открываем этот нейрон, активировать. Так, нажмите Е, чтобы задействовать улучшение интеллекта, затем выполните достижение. Да, понятно, спасибо. Ой, фух. Это, конечно, нечто. Активировать, смотрим, что за пост. Соединение нейронов, качественный анализ, сушки пищи будут проходить быстрее. Не такое. Ну, мне нужно что-то на войну. После соединения нейронов, дальность обнаружения источников запаха увеличена. Ну, такое себе. Что еще? После соединения нейронов, дальность обнаружения источников звуков увеличена. Фигня. Дальше. После соединения нейронов вы сможете замечать больше удаленных предметов с помощью интеллекта. Бред. Дальше. Есть на атаку жизни. После соединения нейронов вы сможете быстрее реагировать при необходимости. Ворота или так. Его, вот это мне надо. Это обязательно надо оставить. Потому что это капец, конечно. Как-то... Ну блин, он очень долго готовится. Это мне прям обязательно надо. В первую очередь просто. И мы сразу сохраняем. Так, что это? После соединения нейронов вы сможете выбрасывать предметы во время движения. О, вот это мне нужно было. Я все время хотел выбросить предмет, мне нужно. Пускай будет. Так. Сколько я в итоге могу оставить еще? Я помню. Так, что я могу еще исследовать? Вот это вот что-то новенькое. Что это? После соединения нейронов члены стаи смогут автоматически повторять. Вот, это мне тоже надо было, чтобы они сами точили палки, сами эти палки выбирали, потому что это было кошмарно. Удобно. Так, получается. Так, так, так. Раз, два, три, четыре. Вот, все, по идее, поколение теперь меняем. Показываю, как делается поколение. Мы сохраняем вот этот. Раз. Два. Три. Четыре. Сменить поколение, да, поехали. Да, поехали, нафиг. Конечно. Посмотрим один раз этот трейлер. Медиа. Уф. 4 дня я дрался с этим кабаном. Есть, теперь получится. Застрелись. Просто застрелись. Я и уклониться ничего не мог. Мне все время очень долго готовился. Клика. Клик должен произойти, но я его не слышу. Так, обеспеченное развитие нейронов в сети представляет вашей родом на первом раннем этапе. Генетическая мутация. Метаболизм. Отлично. Что-то еще? Генетическая мутация. Двигательная функция. Хорошо. Что-то еще? Так, у нас есть. 4 старых, на которых мы не обращаем внимания, и 4 новых человечка. То есть, получается, нам сейчас нужны обезьяны, обезьяна молодая. 2 молодые обезьяны. Не глючит. Так, вот они все рядом, да? Так, серые это старые, вот, получается, ты новый, ты кто? Самец, одиночка. Переключиться. Так, и мне нужно найти теперь самку-одиночку. Так, надеюсь, это ты. Мне 5 стариков. Это очень плохо, на самом деле. Мне надо найти еще одного взрослого. Самка, одиночка. Ухаживать. Сорян. В смысле, подожди, а почему я не могу? А
член семьи, извиняюсь. Инцестом попахивает. А где наш не член семьи? Вон там. Здесь эта девушка. Если это парень, это будет просто кошмар. Ну, типа, серьезно, у меня сейчас будет только два ребенка, это... Ну, это нереально. Где девушка уже? Блин, ты старая? Серьезно. В паре партнер старшая самка. Как я всех ненавижу. Меня сейчас заведут вступить, мне придется заново, блин, начинать играть. А у меня и так все не очень. Переключиться. Если они сейчас тоже член семьи, я просто... Это самое неудачное начало игры будет для меня. Где она? И камни зато появились, это радует. То есть камни появляются с каждым новым поколением, окей, это радует. Так, где баба? Вон баба. Какая-то. Так, можно всех сюда созвать, короче? Чтобы долго не мучился. Совершить вылазку. Можно всех сюда созвать, пожалуйста? Органы чувств созвать стаю. Все сюда. Вот баба кричит, да? Самка, не член семьи, наконец-то. Поехали. Идёт твою мать. Да, у меня уже триггер из-за этого, блин, кабана. Собака. Наконец-то. Образование пара. Пара образована. Неужели? Так, кровать, лечь, все тут. Долбанный кабан, я из-за него уже даже нормально будет ухаживать не могу. Но теперь по жизни вот это будет криканье будет, и у меня ничего не будет получаться. Поехали, потомство. Только два ребенка могу сделать, получается. Это очень плохо. Капец. Пять стариков — это нечто. А, я ж пропустить хотел. Я что-то просто задумался из этой фигни, спаривает меня. Органы чувств. Просто извините, конечно, меня за такой голос. Типа, я просто реально, я из этого кабина, ну, очень сильно расстроен, типа, ну, это ненормально. Типа, то что... Так, ладно, так. Слушать вылазку. Где эти две макакены маленькие? Вот они, два ребенка, да? Нести на спине. Спине, спине. Так, теперь надо исследовать кости наших предков. Изучить члена стаи. При изучении трупов сородичей вырабатывается нейронная энергия. То же самое происходит при выполнении других действий. Пришло после смерти 17 лет. Так, ну это же целое поколение. Так, еще трупы есть. Надо все трупы изучить. Ну, конечно, то, что у нас только три молодых, это очень плохо. Бузеров сам чихнул. Где еще один труп? Вон. Вижу какого-то трупа вот там вдалеке. Сидел тут всю жизнь, наверное. Потому что он уже в прошлой серии сидел тут все время, что в этой. Я думал, что в этой серии мы уже даже будем, типа, перемещаться, а нет, все из этого кабана серия очень сильно затянулась. Да, прошло 17 лет. Так. Что-то еще? Есть еще трупы? Надеюсь, в дальнейшем у нас пойдет все получше. Мышка перестанет так тупить. Так. Так. Ладно, попробуем сейчас тогда просто... Не знаю, что мы попробуем.
Повесись еще с обсидианом. Изи. Ух, дайте у кого истерика. Так, что бы нам сделать? Давайте за медом пойдем, хотя бы похаваем. Хотя бы мы ветки можем перерабатывать, это меня радует. Хоть что-то мы умеем. Садись. Так, где-то наверху было, был улей. Вот сюда нам надо. Запомнить. Еще открытие какое-то рядом, или что это? Джунгли. Найдено новое что-то там. Интересное место, джунгли. Укрытие с секретным водопадом. Ну, такое не секретное, но ладно. Типа, я все это время мог это сделать с самого начала, прикольно. Ну это типа, знаете, как в Ассасине, ну это же разработчики Ассасина сделали эту игру. Типа то же самое, когда ты запрыгивал куда-нибудь там на церковь, типа, и смотреть местность, там тоже такое было. В принципе, прикольно, прикольно. Что это? А, метеорит. Пускай летит не до него сейчас. Пишите в комментариях, если вам интересен метеорит, можем на него сбегать, посмотреть там, исследовать, если вам интересен. Если нет, то просто пропустим, будем мимо бежать, не зависит, он справа находится. Ого-га-га. Метеорит, ух ты, что-то горит. Огонь. Один он дымит, только что дымился. Блин, вот эту всю территорию, а вон он дымится. Вот эту всю территорию нам надо исследовать, это капец. Просто застрелиться. Знаток джунглей. Вы нашли в джунглях укрытие с тайным водопадом. Ну, я там и находился вообще. Так, где этот улей? Я его уже потерял. Мне бы, конечно, еще и обезьяну найти. Где я вообще? Его? Чё я такой шо? Вы тоже это видите? Яички. Зацепись. Хорош. Надеюсь, на меня сейчас никто не нападет. Здесь смотреть. Ой, я слышу, на меня кто-то летит. Все равно срахнул. Ну, конечно. Давайте еще нашего трупа смотрим, изучить члена стаи. Все, нам поплохело, надо валить отсюда. Высоко прыгать, надеюсь. Нет, 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 нет. Все, где я? Все, я понял, где я. Так, у меня кровотечение. Для того, чтобы избавиться от кровотечения, мне нужен что-то. Что-то мне нужно, не помню, что. Хотя давайте от отравления избавимся, потому что на мне сводит с толку.
Мне нужен там какая-то штука. Не помню, как она называется. Вот эта штука, наверное, мне нужна, которая сейчас подсветилась и выпустила по вопросу. И теперь еще холодно. Дождь начинается, походу. Мы уже довольно долго снимаем, надо будет уже заканчивать сейчас. Так, ух ты, ё, из-за кровотечения так много снялось, так ушло. Это ж наверху здесь. Да, можно где-то пониже вот тут, допустим. Зацепись, спасибо. Где он опять? Вон он, да, вот. Балкон вроде бы называется, я видел. Некоторые его юзали схватить. Смотреть. Новый инструмент. Волокно хлопкового дерева. Применить. Пойди, сейчас должно кровотечение пропасть. Да, вот все, пропал, отлично. Все, запомнили. Мы нашли волокно. Что там еще есть? Давайте все исследуем уже. Что-то много неисследованного. Еще одно волокно. Окна хлопкового дерева. Тогда придется нам сейчас заканчивать. Серия довольно такая, ну, вообще громоздкая получилась, но я пытаюсь убрать момент, когда мы с кабаном дрались, потому что, ну, не убрать полностью, а типа убрать моменты, типа, очень долго. Просто уберу часть. Покажу, как я его нашел, покажу, как я с ним, блин, мучился. Тут уже много окна здесь. Но то, что я его победил, я его не победил, короче. Стараемся уже в следующей серии с ним закончить. Типа, еще одно поколение пройдем, наверное. И тогда уже... Просто надо разобраться еще с детьми, почему у нас только 3 человека, типа должно быть 4 молодых, а у нас только 1, это неправильно. Ну ладно. Но это все уже в следующей серии, давайте разберемся. В этой серии уже закончим просто изучать. Серия получилась такая какая-то. Хотелось бы, ну, больше, конечно, хотелось бы. Я ожидал, что мы все-таки победим его, и реально, я очень сильно ждал, что мы его победим. Но не пошло. Так, что-то еще? Либо все. Там, где вот эти вопросительные знаки, типа, новые места, на них мы тоже пойдем. Типа, там могут быть наши дома, наши территории. Так, все, вроде бы все изучил. 10 дней мы уже играем. Ну, это, конечно, кошмар какой, ничего не получилось. Мы будем надеяться, что на следующий раз все получится. Хоть бы не высоко, нормально. Все, окей. Так, сейчас давайте что-нибудь улучшим и на этом закончим. Так, эволюция. Нейроны. Что-то появилось. Куча оранжевых, которых мы можем изучить. Ну, само собой, я что-то люблю. Давай подальше. Так, что это? После соединения нейронов вы сможете замечать несъедобные ресурсы с большого расстояния. Какая разница? Так, соединение с нейроном качественного анализа, источники пищи будут проходить быстрее. Вот это мне надо. Угу. Так, что это такое? Это мы исследовать не можем. Детеныш Ги обладает улучшенной... обонятельной памятью. Спонтанная генетическая мутация определится, когда Ди вырастет.
Окей, то есть следующее поколение. После соединения нейронов дальность обнаружения источников запаха увеличена. Пускай. Еще. Да давайте все изучим, будет что оно. Так, давайте все уже изучим. Все. Не будем мучиться. Так, дальность обнаружения источников звука. Тут куча всего исследовать надо, мы только начали. Животными с драками у нас немного не получилось, но зато в исследовании у нас все окей, меня это радует. Так. Где она? А, аж оттуда выйдет, ого. Далеко. Что-то теперь вы можете с расстояния пресить некоторых членов стаи, подойти и сопровождать вас. Ага, за большого расстояния. Ну ничего страшного, нормально. Ну, такое. В принципе, сойдет. Так, что это? Детеныш ложь и представители этого рода смогут лучше усваивать питательные вещества из разной пищи и будут получать максимальную энергию. Детеныш ложь, надо запомнить. Уже все потратим, что у нас есть. Тест обнаружения несъедобных ресурсов увеличен. То есть овощи типа какие-то, я не знаю. Или листья. Так, чтобы задействовать интеллект, затем. Угу. Так, ну все остальное мы учили. Что это такое? Детеныш Гву. И представители этого рода будут иметь особый метаболизм и смогут тратить меньше энергии при передвижении. Надо бы каким-то вот этого детеныша Гву и детеныша этого ложа объединить, и тогда там такое мясо будет, и что такой детеныш мутант получится. Так, вот бэкспейс. Надо запомнить. Ложь и мву. Так. Ну, честно, я ожидал, что мы с этой серии уже уйдем отсюда. Придется еще на серию здесь задержаться. После этого уже поменяем место. Место нашли. Блин, только три взрослых, это, конечно, круто. Ну что ж, ладно. Ничего страшного, все еще впереди, мы только начинаем, только учимся. У нас все с вами получится. С вами был Денайс. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. В описании к видео будет плейлист к прохождению этой игры Ancestors. Всем еще раз спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.